Согласитесь, у всех нас в жизни случаются эмоциональные переживания. Разговор с начальником, неполадки со здоровьем, трудности в личной жизни. Это и многое другое может вызвать стресс. Ну а вот как взять себя в руки после стрессовых ситуаций, обсудим с психологом Ольгой Артамоновой. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну вот говорят же, да, что стресс всегда негативно влияет на организм. Существует очень много страшилок на этот счет. Но всегда ли действительно стресс — это только про негатив для организма? Есть два вида стресса. Называется диустресс и эустресс. Да? То есть, когда есть позитивное подкрепление у нас и есть негативное. То есть, когда очень много разных дел, событий, там, где нужно принимать решения, быстро реагировать на что-то, мы иногда хорошо встраиваемся, у нас это получается. Но когда этого очень-очень много, оно не прекращается, и это изо дня в день приходит усталость, и мы спускаемся из позитивного эустресса в дистресс. Да? То есть, когда начинаются уже заболевания какие-то, еще когда организм говорит, ну, я бы хотел полежать, да, и ОРЗ какой-то наблюдается у нас, да, и тогда он переходит в негативный такой стресс. Потому что стресс — это всегда про научение. Вы даже переезжаете на новую квартиру, у вас выключатель сместился с одного места на другое, вам нужно к этому привыкнуть, это и есть стресс для организма. Но он позитивный, потому что вы рады новой квартире, вы по-своему сделали ремонт. Как соблюдать золотую середину? Тут нельзя сказать, что это позитивные и негативные эмоции. Допустим, если вы тот же свет по привычке включили, как и раньше включали, сверху зашли, а там темно, вы тоже будете расстраиваться. То есть мы эмоции все испытываем в целом, да, но они приучают нас к тому, что мы научаемся чему-то новому. Вот это очень важно. Важная задача стресса – научиться новому. Точку роста. Да. И как мы ее переносим? Я не хочу учиться новому или я хочу учиться новому? Это тоже важно. Я в первый раз выступаю перед зрителями. Их много. Это выступление очень позитивно скажется на моей карьере. Оно принесет мне популярность или и так далее. Но мне очень страшно. Понимаете? И как я буду на это реагировать? Либо я буду бояться, что меня не примут, либо я действительно буду радоваться этому моменту. Но когда я буду выступать, мне тоже страшно, да? То есть мне страшно, потому что новая публика, другие люди. Мы все время что-то переживаем. И вот как мы справляемся, это и будет говорить о том, как мы переживаем сам стресс, что он нам приносит. И достаточно его в нашей жизни или его в переизбытке? Но ведь негативные переживания могут вызывать и серьезные проблемы со здоровьем и в целом с организмом. Как вот не перейти ту грань, да, через которую ты уже почувствуешь проблемы действительные какие-то? Регулярная усталость. Вы это чувствуете уже по себе, что есть такое состояние, я бы хотела отдохнуть, мне бы прилечь. И как-то организм вдруг ни с того ни с сего заболел. Да, это уже говорит о том, что есть первые симптомы. Головные боли, простудные заболевания, они уже говорят о том, что перегруз идет. И у меня часто сейчас выпускники стали обращаться с такими вещами, потому что мало того, что мы закончили школу, сдали экзамены, а сейчас нужно еще больше готовиться, еще сильнее вкладываться в это обучение, чтобы поступить в вуз. Вступительная кампания, она, конечно, да, чревата именно такими переживаниями, стрессовыми. Мы знаем, что есть пару техник, да, которыми вы сможете с нами поделиться, и они помогут держать себя в равновесии в стрессовых ситуациях. Конечно, я с вами поделюсь этими техниками, я думаю, что нашим зрителям тоже будет полезно. Но первое, что у нас происходит во время очень серьезного, сильного, негативного стресса, когда мне нужно что-то сдать, или нужно что-то ответить, или где-то выступить, я думаю, что я теряю контроль над этой ситуацией, и нам очень страшно потерять контроль. Да. Это первое, что с нами случается. Так как мы можем вернуть этот контроль? И я вот хочу показать буквально пару-тройку простых упражнений, которые вернут вас в состояние контроля. Давайте. Что мы можем сделать для себя в первую очередь? Мы что контролируем с вами очень хорошо? Тело. А дыхание? Правильно, мы контролируем свое дыхание. И вот как я могу вот сразу, в секунды, вернуть себе контроль над ситуацией? Подышать? Да, вернуться к своему дыханию, то есть сделать глубокий вдох. И медленный выдох ртом желательно. Первое, что мы делаем вообще в стрессовой ситуации, мы делаем замирание. Понимаете? Да. И вот это замирание обязательно нужно выдохнуть. Иногда я советую выдохнуть до полного вот истощения легких. Да. Полностью. Вот все, чтобы из вас вышло. И затем только делать новый вдох.
уже идет облегчение. Но если мы концентрируемся именно на дыхании, я дышу сейчас, я четко осознаю, что я дышу, да, значит, я есть, контроль за мной. Этим мы вернули себе небольшой момент контроля. Есть еще одно простое упражнение, которое я даю выпускникам или тем, кто сдает экзамены. В принципе, педагоги лояльно относятся, когда ребята это делают. Можно сделать биолатеральную стимуляцию, а именно бабочку. То есть поочередное похлопывание по плечу, по правому и левому. Да? То есть вот... Как это работает? И это работает так, что, это у нас попеременное раздражение полушарий мозга. И оно вводит вас в определенное трансовое состояние, когда вы сосредотачиваетесь именно на объекте того, о чем вы сейчас думаете, а не на том, что может произойти. Да? Я сдам экзамен, не сдам экзамен. Хотя бы 3 подхода там, по 10 секунд сделайте, и вы поймете, что вам уже полегче. Можно я на вас покажу одно упражнение, что может помочь? Особенно если вы рядом с таким человеком, которого действительно взял мандраж, или с вами это произошло. И я думаю, что даже родителям выпускников тоже будет полезно знать об этом упражнении. Конечно. Мы чаще всего, давайте мы встанем, мы чаще всего что говорим детям? Успокойся, все нормально, я рядом, я с тобой. Да. А в это время ребенка очень сильно и серьезно трясет. Да. И важно что сделать? Дать вот этой тряске выйти, потому что идет какая-то эмоция. Эмоция страха, гнева, злости. То есть там много всего происходит. Предположим, что Вику сейчас трясет. Угу. То есть внутри вот это начинается тряска. Вика, трясись. Да. Я, наблюдая это состояние, могу подойти и сказать: «Я с тобой». Обнять. Я сделаю это не близко, чтобы наши микрофоны не заглушались, но в это время нужно очень близко. Желательно близко, да. Близко, плотно обнять человека и вместе с ним активно протрястись. Чтобы увеличить амплитуду, я так понимаю. Да, чтобы увеличить амплитуду тряски, она пускай будет полностью от ног до головы, вот прям вот эта прям тряска. Сильно вот так вот, сильно протрястись вдвоем. Когда вы помогаете это сделать, уже облегчение происходит, потому что я не один такой. Мне понятно, что сейчас со мной. И вот этот эффект страха, он выходит. То есть когда тряски становятся больше, она увеличивается и как бы начинает испаряться. Интересно. И если я одна, к примеру, в квартире, или я пришла уставшая домой, я не знаю, что с этим делать, можно потанцевать какие-то танцы, вот просто протрястись, включить себе музыку. Попрыгать, да, то есть что-то сделать для себя. И потом понаблюдайте, что с вами происходит. Будет очень интересный эффект. Любопытно. И даже сон будет в таких моментах очень приятным. Ну, я вам хочу сказать, что это очень полезно, особенно вот в это время, когда очень много вступительных экзаменов, когда, правда, очень много стресса испытывают. Причем подростки, это неподготовленные там организмы, психика, и это супер. Ольга, спасибо большое вам за рекомендации. На самом деле, они очень полезны. Напомню, что сегодня у нас в гостях была психолог Ольга Артамонова. Хорошего дня вам. Хорошего дня.